Я сегодня нахожусь в салоне «Золотая лилия». Посмотрите, здесь какая невероятная красотища. Какой красивый фуршетный столик. Еще посмотрите, какой замечательный компотик. Ой, какой чудесный цвет. И вкус, и запах. Поверите, я каждому из вас выдам по 50 рублей. Каждый из вас должен найти пару, с кем он будет соревноваться. Выберите лично коллекционера ароматов, владелец салона «Прованс» Дмитрий Мухин. Дмитрий, добрый вечер, мы вам рады. Это просто замечательный подарок. С большим приветом с левых берегов Сены. И в этот момент мы понимаем, что пиковая дама – это женщина. Это простая женщина, которая обаяла этот замечательный валет. Давайте поаплодируем нежные, приятные, красивые образы, которые создали вместе в тандеме. Покажи мужского женского биотеля. Давайте будем аплодировать. Это не сложно, это приятно, это будоражит, возбуждает, радует. Поэтому просим. Tell me what you want, what you need from me, baby. Любимому человеку добро пожаловать. Ювелирный салон «Золотая лилия» и, конечно же, салон мужского и женского белья «Офелия». Приходите к нам в гости, у нас салон перед Новым годом. Я уверен, что из коллекции, которая сегодня представлена в нашем салоне, вам что-нибудь подойдет, понравится. И... We'll be right back.
сейчас хотелось бы усложнить ситуацию. Я даю командам возможность выбрать только троих людей, которые примут участие во втором испытании. И я там был, мед, пиво пил, мы праздновали все вместе. Многие гости сегодняшнего вечера тоже там были. Надо принимать очередные поздравления. И до встречи. До встречи и успехов в новом году.